someone. I think I see someone. These things. None of it for me. Not moved by roaring engines. Not lone warriors. We come from the night. Йо, друзья, я приветствую вас всех на моем канале, и сегодня мы начинаем проходить игру под названием Wolfenstein New Order. Такая вот новинка, и я этим прохождением возвращаюсь снова на канал. Нам нужно починить трубопровод, чтобы топливо не поступало, по всей видимости. Так, нужны инструменты. Блин, а где? Вот они. В том ящике. Блин, как-то непривычно. Берем сейчас все, что нам нужно. Так, возвращаемся в эту крепость. Блин, быстрей. Ахтунг. Кстати, чувствуется, что движок от Call of Duty, ну, точнее, от Quake. Теперь наша задача сбросить балласт. Куда же идти? Сейчас еще раз обследуем это место, но здесь пусто, явно. Вот наша дверца. Такой тренинг небольшой, чтобы нам быть в курсе всего управления. Но оно, конечно, довольно-таки примитивное. В большинстве шутеров оно используется. Остался нам лишь джип американский сбросить. Уиллис, по-моему, называется. Отлично. Не тут-то было. А, мы живы. Кстати, здоровье, вы видите, восстанавливается до 80%. Остальное, наверное, пополняется, скорее всего, аптечками. Охренеть. Да, у фашистов определенно самые крутые технологии. По крайней мере, именно в этой игре так точно. О, это свои. Так, давайте сбивать этих птичек. Потихонечку. Хотя они летают, тут реактивные. Нам с ними тяжело будет тягаться. Но у нас самолет-крепость. Так что не стоит переживать. Маленький угол обзора. Но брони у нас еще достаточно, я думаю, чтобы пережить их нападение. Минус один. Так. Ух. Ждем, пока они зайдут еще разок на атаку. Ух, даже ачивку нам дали за хорошую стрельбу. Плохо, что, конечно, не перевели полностью. Потому что читать субтитры во время такого мяса как-то не совсем получается. Но, тем не менее, наверное, у вас это получится более лучше, чем у меня. Их тем временем все больше и больше становится. Долететь бы. Воу. Хорошая фраза. Смерть снова стучится в дом. Кстати, играем мы за агента Биджей Блажковича, который сражался с немцами еще в прошлой части. Ну там вообще, на самом деле, предыдущий Wolfenstein, я думаю, не менее круче был. Отлично, мы вернулись на свет божий.
Кстати, гавайская фигурка — это такой символ, в принципе, Far Cry. Так, ну что? Вот этот рычаг. На него я сразу посмотрел, потому что он прям выделялся из декора кабины. Да, он переговаривается с пилотом, и все, ему хана. Тот падает. Тяни на себя, твою ж мать, это все знают. Ты бы мог уже потянуть, но хрен ты выведешь. Самолет, не, вытягивает. Так, что, будем прыгать, по всей видимости, на этот самолетик? Бласкович, мы все поняли тебя. Да, давай, давай. Ну прям эпично, эпично. Так, держится, отлично. Опять косая стучится в дом. Сколько же можно? Оу. Не до конца я понял, что от нас требуется. Но нужно сейчас нам зажать бег и уже прыгать. Что-то по-немецки было написано. Так. Оу, oh yeah, у нас получилось. Приятно осознавать это. Все просто дрожат, как при лихорадке. Так, подсоберем аптечки и пойдем уже. Так, нам дадут присесть за штурвал или нет? Да. Отлично. Да, парень такое пережил, что не каждый это переживет. По всей видимости, мы десантируемся в какую-то крепость. И это наша основная задача. Тут мы уже... А, ну, крепость черепа. Я понял. Самый главный наш злодей. Воу. Панцерхаунд.
Даже такой коллекционный набор есть. Там собачка вот эта вот бронированная. Такая очень крутая вещь. Выглядит просто сногсшибательно. Но мы, самое главное, живы. Да, ну и псина. Ну вот у нас, собственно говоря, нарисовался какой-никакой план. Нам нужно добраться до турели. Кстати, здорово, давно я не видел. Или это только можно определенные ящики поломать? Ну, во многих играх раньше можно было ломать ящички, но последнее это даже не знаю, где я видел. Может быть, в Resident Evil. А так нигде. Мне, знаете, что не нравится, что неужели про Советский Союз здесь никто не вспомнит? Ведь именно мы одержали победу. Так, куда же нам плыть? Даже не знаю. Я думаю, выплывем мы сейчас на поверхность. Там будет уже видно. Так, ну вот он, кораблик. Так, давайте подождите, посмотрим. Может быть, здесь есть какая-либо карта. Ну, здесь у нас оружие, разные коды Enigma. То есть мы можем по ходу игры доставать такие вещи. Письма, золото, эскизы, наброски. Ну, и даже есть перки. Вот этого я не ожидал, если честно. Настолько неожиданно. Но скрытность, тактика, бой и взрывчатка. Вот это здорово, честно, просто сюрприз, потому что за игрой я так пристально не следил, как за другими проектами. Ладно, наверное, нам все-таки надо плыть в другую сторону. И мы это сейчас сделаем. Так, что здесь мигает? Какой-то буй. Ну, мы, я думаю, движемся, да, точно движемся в правильном направлении. Гигантские роботы. Что будет, если одна сторона просто имеет огромное превосходство в технике, в науке? Ну, здесь именно такая вот вымышленная вещь, скажем так. Потом и немцы и на Луну полетят. Ну, судя по арту игры. Так, ну что, давайте вмочим. Сейчас, наверное, на нас побежит, да. Ух, как они... Ну, разваливаются. То есть разбирать мы их, в принципе, можем. А вот того гиганта, да, это уже будет проблема. Ладно, сейчас доберемся до своих. Там уже будет видно. Какое у нас мужественное лицо, хочу отметить. Хотя он даже сам, наверное, больше похож на арийца, чем все остальные герои игр про Гитлера, не знаю, про немцев. Воу, какие ребята. Ну давайте первые наши фраги. Двоих мы забрали.
Так, здесь я не могу спрыгнуть, что ли? А, есть дверь. Блин, ну здорово, на самом деле чувствуется от игры какая-то свежесть в жанре, потому что давно не хватало такого хорошего шутера от отцов, от основателей, скажем так. Так, а мы не можем или можем, не знаю, взорвать ее, что ли? Отлично. Все правильно сделали. Так, что-то здесь лежало. Патрончики. А там вот вообще касочка. Давайте, наверное, выдвигаться. Куда же нам идти? А, вот и дрища-то. Так, это броня. Касочки. Боеприпасы все у нас есть. Еще брони немного возьмем. Прям система. Так, ЛБ и... Так, как к нам вниз? Ага. О, ах ты сукин сын, еще жив был. Так, у нас есть другое оружие. Сейчас поменяем. Вот выстрелы мне, конечно, не особо нравятся. Немцы такие. Блин, это граната была. Это перезарядка, нож. Ну, враги тоже, в принципе, не дураки. Что-то делают. Друг друга прикрывают. Более-менее. Это хорошо. Это говорит о том, что геймплей у нас будет более-менее интересный. Вот выстрелы, конечно, по звуку не очень. Так, ну мы не можем взять ствол хороший, потому что у нас его тупо нет. Так, а это что за хрень? Какие-то защитные сооружения. Похоже на импульс электричества. Вообще, мне, конечно, было бы интересно узнать вот всю эту подоплеку. Именно за счет чего немцы такие вот сильные. Что у них за такие вот костюмы интересные, типа экзоскелетов. Ну, я думаю, впереди будут и экзоскелеты тоже, потому что какие-то генераторы на спинах. Интересно. Побольше бы, скажем так, было бы лора. Ну, наверное, машины Enigma, там какие-то письма, они все эти вещи будут именно прояснять. Но единственное, мне как-то же не то чтобы... Хотелось бы, чтобы ты рассказывал все-таки больше в заставках, нежели ты должен все это по крупицам собирать и читать. Так, куда нам двигаться дальше? Наверное, наверх, вот сюда, на поверхности. Охренеть. О! Оружие в каждой руке. Как это сделать? А, потом разберемся. Пока что у нас нет на это времени. Нам нужно продолжать. Ух! Ни хрена себе. Ну и пес. Кампфант. Боевой пес, в общем, если так переводить. На, держи золотой еще раз. Мыльные текстуры. Но, я так понимаю, не предупреждают нас, что здесь есть собаки. И мозги просто разлетелись у этого чувака. Я ему такую уважуху сделал. Да, это оружие гораздо сильней, как мне кажется, все-таки. Ох, это сам бог велел туда гранатку кинуть. Да, довольно-таки неплохо получилось. Сетевой игры здесь, по-моему, нет. А очень жаль. Я думаю, можно было бы тоже и пару.
Ну, тем временем мы уже, я думаю, приближаемся к тому этапу, где окоп у нас закончится. Сейчас мы сделаем по стелсу. А, не... What the fuck? Я думал, будет какая-то анимация специальная. Ну, вот как сейчас, допустим. Уже неплохо. Гранаточки. Сейчас пополним боекомплект. Не дают нам это сделать. Вроде всех тихо убили, но они почему-то все тут сбежались. Не, все-таки предыдущая часть была гораздо мясистее в этом плане, как мне кажется. То есть там мясо прям... Как «Солдатья удачи», если кто помнит, такая игра была. Одна из основателей жанра такой кровавый. Заварухи. Так, еще один командир. Так, давайте спрячемся. Вижу, как кусочки разлетаются просто. Так, еще один. Тревогу подняли. Блин, уже, конечно, в глазах, честно говоря, рябит от этого динамизма, динамики. Отлично, и офицера мы тоже. Так, а тревогу можно? Нет, тревогу нельзя уничтожить. Ну, было бы интересно, если бы была такая возможность. Готов. Так, ну что, давайте опробуем эту турельку немецкую, роторную. А никого здесь нет, на самом деле. Пока что, по крайней мере. Так, нужна взрывчатка, чтобы разнести эту стену к чертям. Давайте ее возьмем. Такой местный арсенал. Здесь больше ничего, по всей видимости, нет. Ну, гранаты нам лишними никогда не будут, поэтому всегда стараюсь я обыскивать по максимуму все возможные нычки и места, потому что знаю, что нас разработчики поблагодарят, как минимум. Так, ну здесь больше ничего нет, поэтому мы ставим взрывчатку и идем дальше. Жаль, что нас никто не сопровождает и не помогает нам, но... Потому что, опять же, я все время ссылаюсь на предыдущие части. Мы нашли фрагмент кода Enigma тем временем. Так, блин, сейчас почитаем, насколько там интересно. Это у нас получается только в одной части. Так, собирайте фрагменты кода и расшифровывайте сообщения в разделе «Разное» в главном меню. Значит, это нам дает доступ к дополнительным режимам игры. Ну, неудивительно, что игра здесь большая, потому что 4 диска все-таки. Я лично встречаю впервые, чтобы шутер на Xbox был на 4 дисках. Поэтому для меня это уже какой-то знаковый момент, что контента в игре... О, гряночку хотел бросить. А, ну я... Практически под ногами взорвалась. Так, кстати, между делом хочу сказать, что у нас на канале до сих пор очень много до конца непройденных... Оу, гряночка залетела к нам. До конца непройденных игр. Это, конечно, в первую очередь моя вина. Поэтому я все долги потихоньку буду отдавать. Так, я думаю, здесь пока что безопасно. Ну, гренку еще туда кинем. Ох! Ну, мясо так мясо. Что-то есть тут хорошее. Отлично. Так, давайте попробуем стрельбу. Воу!
Откуда вы беретесь-то? Так. Что у нас есть из оружия? Да, собственно говоря. О, карта. Сейчас мы еще тут все... Смотрите, можно брать с двух рук мочить. Ну, прям... А это оружие нельзя использовать, потому что у нас его еще нет. Ну, круто. Что я могу сказать? То есть то, что мы сбиваем каски с врагов, они у нас просто так не пропадают в никуда. Жаль, никого нет. Давайте двигаться дальше. Наверное, вниз нам пора. Это слишком круто, друзья. Потом, если что, добавим. Так, а это что такое? Какой-то лючок. Ладно, у нас нет времени. Мы должны куда-то идти. Тоже непонятно. А, ну вот, да, наверное, сюда. Хотя, по всей видимости, это просто какая-то... Нет, нам определенно сюда надо идти. Морг. Да, это морг. Греночки. Патрончики. Сейчас все подсоберем плотненько. Так, у нас даже максимум. Золотая медаль. Давайте тоже почитаем. Ай, твою ж мать, не туда нажимаю. Что нам дает золотая медаль? Ну, это просто коллекционный предмет. Эскизы, наброски. Персонажи. Камфхаунд. Ну, весьма интересно, здесь тоже все выполнено. Можно и про врагов почитать. Понять. Кстати, увернулись мы вообще не туда. Карта. Есть карта. Значит, мы тоже сейчас будем на коне. Нам нужно попасть, значит, в дальнюю часть бункера. Как это сделать? Наверное, подняться наверх. Да, мы здесь не были 100%. Поднимаемся наверх. Даже вот сохранение нам это еще раз убеждает в том. Не, вот динамическое разрушение все-таки даже по мелочи, но оно интереса добавляет. Так, давайте автоматику. Oh, yeah. Да, сейчас пойдем дальше по лестнице, но прежде мы должны подсобрать амуницию. Так нам будет, я думаю, проще дальше двигаться. Наша лестница, вот она. Так, верхний этаж, по нам бьет то ли снайпер. Там вообще зенитка. Кстати, тоже весьма удобно. Не можем, к сожалению, так быстро двигаться, но стреляет прям от души. Ну, конечно, и боеприпасы тоже тратит по полной программе. Тук-тук. Да, вот это вот. Создание. Топтун, его так назвали. Я думал, сейчас он нас пульнет. Не, все, ему хана. Дупло мы ему разбили. Так, тише. Мало ли, еще убьет нас. Да, прекрасный выстрел. Спасибо, спасибо, но это просто был обычный выстрел. Не более того.
Так, осталась еще одна часть бункера, которую мы не исследовали. И тут нам открывается дверь. И мы проходим вперед. Без каких-либо препятствий. Так, документы. Так, ну что-то профюрло, не особо интересно читать. Зато я вот эти рубильнички понажимаю. Вообще, без проблем. Только нам, получается, нужно на скорость пробежать, я так понимаю. Так, давайте еще раз посмотрим. Так, я думал, мы взяли эту записку уже с собой. Она все еще здесь. Тихо, Газейн. Мозги его просто остались в этой каске. Точнее, каска осталась, а мозгов уже вообще не осталось. Отличные просто хедшоты едят, идут один за одним. Вы это сами прекрасно видите. Ну, мы уже, я так понимаю, подобрались к концу главы. Вот эти вот двери. Какая же анимация, блин. Давайте по зенькам сейчас отработаем. А, ну вот нам нужно это разрушить, и мы сможем дальше двигаться. Бедняжки. Ничего нет? Ничего нет. Оу, офигеть! Откуси мне ногу. Мне будет так веселей. Фас. То есть она на греночку бросается прям как на кость. Такой юмор своеобразный, ну туповатый, скажем так. Красавчик просто. Так,
them in the head.